В бытность Александра Иванова в Италии крошечные городки области Лацио, такие как Альбано, Арича, Костель-Гандольфо и другие, раскинувшиеся среди великолепных, поражающих разнообразием живописных ландшафтов, были местом притяжения для художников со всего света. Иванов бывал здесь в летние месяцы неоднократно. Спасаясь от римской жары, наслаждался прохладой тенистых деревьев и искал подходящие мотивы для пейзажного фона своей большой картины «Явление Мессии». В 1840 году Иванов писал Гоголю, что он намерен странствовать в горах около Рима, чтобы к осени привезти этюды для первопланных каменьев реки. В Третьяковской галерее хранится несколько пейзажей Иванова, написанных им в Альбано. Нижняя галерея в Альбано со входом на виллу Берберини, почва около ворот церкви Святого Павла в Альбано, дорога в Альбано у монастыря Капуцинов. Вид кладбища со всех сторон, окруженного оливковыми рощами, один из шедевров пейзажного творчества мастера. В отличие от многих своих коллег, Иванов избегает изображения значимых, узнаваемых памятников древности. Точка зрения в его пейзажах всегда неожиданна. Художник подробно выписывает и заставляет пристально рассматривать каждый компонент натуры, из которых складывается общий вид – почву, камни, листок дерева, случайную травинку. Благодаря вглядыванию в первые элементы природы, Иванову удается почувствовать историчность ландшафта. Выжженная солнцем, истоптанная миллионами ног, покрытая лишь редкой растительностью рыжая каменистая почва, служит для него молчаливым свидетелем многовековой истории, куда более древней, чем человек может себе представить. Кладбище стало одним из главных предметов образов романтиков, равно как и переходное время суток, предвещающее какие-то перемены, непредсказуемые трансформации. Однако ясная, легко читаемая композиция Иванова лишена присущей подобным сюжетам загадочности. Пустынное безлюдное кладбище, запечатленное на стыке дня и ночи, идеально подходит для передачи настроения тишины и покоя, которое играет важную роль в пейзажах Иванова. Умиротворение, царящее в картине, поддерживается голубым, безоблачным, бескрайним и абсолютно статичным небом, а также линией рва, плавно уходящей за горизонт картины, как символ вечности и бесконечно длящегося времени. Такие искривленные стволы молодых олив, изящные своей неправильности, вносят элемент живописности и некой светлой радости в этот пейзаж, в целом настраивающий зрителя на философские размышления. Небольшой городок Альбано, чьи окраины послужили сюжетом представленной картины, расположен недалеко от Рима, на берегу одноименного озера. Поселение славится своей древней историей. Считается, что в окрестностях Альбано был расположен легендарный город Альба-Лонга, основанный сыном Энея Асканио и разрушенный римлянами в середине 7 века до н.э. Начиная с 4 века до н.э. из Рима через Альбано проходила знаменитая Аппиева дорога. С тех пор здесь начали строить свои загородные резиденции многие патриции и богатые торговцы. До сих пор в Альбано сохранились руины античного амфитеатра и романской виллы Дория, раннехристианские катакомбы святого сенатора, древнейшие монастыри и церкви.